осенью у меня стал выбор по поводу мобильной связи. Билайн, которым я пользовался уже 2 месяца, меня не устраивал из-за своих сбоев и низкой скорости интернета. МТС, которым я пользовался до этого, меня не устраивали их тарифы, но у них сейчас политика изменилась по поводу тарифа, более-менее уравнялась. Значит, Мегафон я не рассматривал, потому что в некоторых местах, где он мне нужен будет, тупо не ловит сеть. А такие операторы, как Теле2 и операторы Йота, ну, эти полуфабрикатами лучше не пользоваться, потому что у них нет своих собственных вышек. Вот, значит, более-менее по связи у них одинаково, у Билайна и у МТС. Единственное, что у МТС скорость на порядок выше интернета и загрузки, и скачивания. А у Билайна при разговоре очень тихо слышно собеседника. Как бы у МТС намного лучше и громче слышно. Вот. Походил я, провел пару тестов с одной и с другой симкой. И выяснил, что МТС в некоторых местах, где мне нужно будет, там по работе, скорость показывает в 10 раз лучше, чем Мегафон. Почти на 4G на LTE соединении выдает скорость обычную, достойную Wi-Fi роутера, то есть неплохую, до 30 мегабит, до 40 мегабит в секунду. Вот. Исходя из этого, как бы был уже сделан очередной выбор в пользу МТС для того, чтобы вернуться. И самое, что интересное в данной ситуации, это то, что МТС порадовал еще стабильной связью и хорошим 3G интернетом именно в метро. Вот, причем не просто на станции, а во время движения мне не нужно подключаться к Wi-Fi роутеру в метрополитене. Мне достаточно мобильного интернета с головой. Скорость в 2 раза быстрее, чем мобильный интернет в вагоне. Вот. То есть тут как бы все сходится на то, чтобы выбрать МТС, что я в принципе и сделал. Вот. И об этом я не жалею. Единственное только разочарование, потому что в 2018 году я ушел на Билайн на 2 месяца, и за эти 2 месяца он меня просто выбесил. Не было ни нормальной скорости, были постоянные обрывы соединения. А вроде бы как пишут, что LTE 4G полностью забитая вся шкала мобильная. Вот, но по факту получается, что интернета нет. Просто нет соединения, просто провалы. Может быть, это связано с тем, что они отдают часть своей соты другим операторам виртуальным. Может быть. Может быть, нет. Но МТС отработал на все 100. Мегафон, повторюсь еще раз, я не рассматривал только по той причине, что на работе у меня не ловит сеть Мегафона. Просто почему-то такое мертвое пространство. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.